Первый тур конкурса «Воспитатель года» – творческая лаборатория. Включает в себя два задания – самопрезентацию и представление опыта работы. Первое уже позади. С ним участницы справились на ура. А теперь им предстоит рассказать не о себе, а о своей работе. Формат выступления свободный, поэтому кто-то рассказал, а кто-то спел. Что в жизни может быть милей, чем эти рощи дыбки синей? И золотой разлив полей. Это задание. Профессиональное жюри оценивает по следующим критериям: актуальность, умение анализировать, применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности и взаимодействовать с аудиторией. Принять участие в этом состязании конкурсантки решили по разным причинам. Кто-то пришел за победой, а кто-то за опытом. На этом конкурсе, конечно же, я для себя черпаю очень много знаний, потому что все люди разные, и, естественно, каждый воспитатель в данный момент сегодня показывает опыт работы. Кто как доносит информацию для детей, у кого какие цели, методы. У каждого воспитателя свои методы работы и свои секреты общения с детьми и их родителями. Я хочу, чтобы мои дети были личностями, чтобы они имели свое мнение. Я всегда их этому учу. Я никогда не ругаю за неправильные ответы. Я всегда хочу, чтобы дети имели свое мнение и отстаивали его, несмотря ни на что. Говорить о победителях еще рано, так как впереди участник ждет еще немало испытаний. Но уже сейчас ясно, что жюри не просто будет выбрать лучшего. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».